Генеральный партнер проекта «Декоративные страсти» – салон «Идея декора». «Гардиан» – профессиональное решение для ценителей безопасности, надежности и красоты. «Гардиан» – стальные двери и надежные замки. Здравствуйте! На календаре воскресенье, это значит на телеканале Рика ТВ, с вами «Декоративные страсти». Мы встречаемся для того, чтобы вам помогать, советовать и, конечно же, бесплатно создавать дизайн-проекты. С нами работает профессионал своего дела, дизайнер Раушан Мухамбеткалиева, который с удовольствием вам поможет в этом нелегком деле под названием «Ремонт». Я напоминаю, генеральный партнер нашего проекта – салон «Идея декора». Мы начинаем! Спасибо, Раушан, что вы к нам пришли. Мы закончили получасовую работу. Теперь хотели спросить ваш совет, как посоветуете вот нашу гостиную дальше оформить. А что это за гостиная? То есть для семьи? Чисто как? Для гостей идет? Для гостей. Да. А надо будет ставить диван, стол? Нет, наверное. Чисто стол, наверное. А, только стол получается. Комната для приема гостей, да, чисто. Да, да, да. Хорошо. Комната должна получиться по типу небольшого зала в ресторане. Здесь, как сказала участница, планируется принимать столько гостей. И какой же стиль и цвет? Стиль, наверное, все-таки как классический стиль. Белый цвет с золотом, наверное. Белый золото. Белый золото. Такого торжественная, да, комната, да, будет, да? Хорошо. Стол, как всегда, комод здесь, шкаф. Какие-то витрины, да, для посуды, возможно. Картину зеркало можно поставить, зеркало, да, с комодом. Хорошо, если светлое, то давайте начнем с пола. Какое же напольное покрытие? Как? Ламинат. Натяжные потолки. Светлый белый ламинат. Да, да. Будет хорошо. Две люстры здесь вот. Да, я смотрю, у вас две люстры будут. Натяжной потолок, ну что он торжественность придает. Да, может быть, какого-нибудь теплого оттенка все-таки, если это белое золотом, чтобы не получилось у нас все белое. Вот, чтобы тоже вот была какая-то легкость и уют и тепло здесь присутствовало, не как бы личная палата. Задача дизайнера – сделать комнату светлой и обязательно торжественной, поэтому игра цветов является главным составляющим хорошего интерьера. А двери? Двери мы уже купили, двери? Ну, у вас уже есть. Есть, двери уже у нас есть. Угу. А какие они, светлые тоже? Нет, темного цвета, наверное, да, у нас как в тех комнатах. А, хорошо. Классика, темная, с белым. Хорошо, отлично. У вас, смотрю, и два окна. Можно будет как-нибудь классические такие вот шторы, да, повесить. Да, светлые тоже. Может быть, да, с ламбрикеном, да, даже, да, если это такая торжественная комната. А, хорошо, а стены? Как же будем оформлять стены? Это будет штукатурка декоративная или, может быть, обои? Ну, обои, наверное, желательно, да, тоже. Обои. Можно будет белым, наверное, да, как классически оформить их в рамках, да, вот какими-нибудь декоративными уголками, да, да, да. Какую-то лепнину пустить. Алина, я думаю, здесь получится очень такая красивая торжественная комната, так как не часто встречаются комнаты именно под большой стол. То есть надо будет создать здесь такое именно настроение, возможно, как бы как в ресторане. Но в то же время, чтобы это не смотрелось как ресторан, это было, да, больше уюта здесь присутствовало. Но чтобы комната не смотрелась пустой и не выбивалась из общего ансамбля всего дома, необходимо продумать общий фон и, соответственно, детали. Задача поставлена, и дизайнер Раушан Мухамбеткалиева с удовольствием приступит к своей работе, но прежде она должна понимать, что продается в магазинах нашего города, а в частности в салоне «Идея декора». Отправляемся именно туда. Thank you.
Самым дорогим расходным материалом в ремонте являются наши нервы, поэтому берегите себя, берегите свою нервную систему, и если есть такая возможность, то лучше обращайтесь к профессионалам. В нашей программе Раушан Мухамбеткалиева поможет, посоветует, а самое главное, создаст дизайн-проект абсолютно бесплатно, поэтому милости просим. Сейчас она в салоне «Идея декора», где подскажет нашей участнице Алине, какие выбрать обои. Сегодня я работаю над очень таким торжественным залом. Это зал, вернее, комната для приема гостей. В нем будет находиться только белый стол, витрина для посуды и комод с зеркалом. Алина просила сделать комнату для гостей бело-золотом. Но чтобы это не было так традиционно вычурнутым, чтобы это было еще интересным и более современным, на современный лад такая вот торжественная комната, я решила сделать таким образом. Основной тон стен у нас будет оклеен вот такими обоями. Белые, блестящие, то есть не блестящие, а каким-то переливом. Рисунок такой вот с такими вот завертушками интересными. Она придаст вот некую динамику. Белый цвет обоев в необычном исполнении может быть вполне интересным. Также обои будут клеиться по классическому, традиционному типу. Это в таких вот рамках гипсовых или, может быть, полиуретановых. Сейчас очень много разных разновидностей, элементов оформления классических стилей. Также в таких вот ставках у нас будут вот такие вот обои, тоже такого же дизайна, но цвет очень такой вот насыщенный, золотой. Именно эти обои будут одним из главных составляющих гостиной комнаты. Также с белым цветом они очень хорошо сочетаются, и такой вот идет контраст. Оттенки золота никуда из интерьеров не уходят, дизайнеры продолжают активно их применять. Причем не только в интерьерах классических стилей, в которых без золота никак не обойтись, но и в современных, особенно эклектичных интерьерах. Главное – знать меру. Сейчас чаще всего золото в интерьере используется не блестящее, а матовое, как бы мерцающее. Такая фактура придает глубину пространству, зрительно увеличивает его объем. Также эффектно смотрится игра с различными оттенками и фактурами золота в интерьере. Современные обои или плитка с золотым рисунком смотрятся довольно легкими и не вычурными за счет применения растительных мотивов и ненавязчивого оттенка золота. Являясь теплым цветом, золотой лучше всего сочетается с другими теплыми цветами – коричневым, шоколадным, пурпурным, красным, оранжевым. Очень стильно золотой смотрится рядом с черным, голубым, бирюзовым и белым. Не всегда дорогой ремонт может смотреться презентабельно и красиво. Часто встречаемые ошибки – это несоответствие цветовой гаммы, текстуры, фактуры и самого материала. А иногда даже бюджетный ремонт может смотреться очень уютно и красиво. Все зависит от того, насколько грамотно вы все умеете сочетать. Поэтому, прежде чем что-то купить, обязательно спрогнозируйте, как все это будет смотреться в общем ансамбле комнаты. Сейчас Раушан Мухамбеткалиева в салоне «Идея декора», где продолжает показывать нам обои. Но у меня есть еще кое-что, что я оставила на десерт. Помимо вот этих вот замечательных обоев, такого белого золотистого тона, к ним же еще идут вот такие вот, такая вот комбинация. Мы их будем клеить не везде, но это будет у нас некое такое сочетание, некая изюминка всего интерьера, чтобы придать именно вот эту вот торжественность. Если участница прислушается к Раушан, то комната будет смотреться торжественно. С этими обоями нужно работать очень осторожно, так, чтобы не было, чтобы не получилась такая безвкусица. Такие обои нужно использовать вместо картин, так как они своим рисунком уже насыщают весь интерьер. Пол
стиль должен быть не только красивым и удобным, но еще и качественным. В салоне «Идея декора» представлен большой ассортимент напольных покрытий обоев дверей. Выбирайте для себя только самое лучшее в проверенных местах. Лес – одно из национальных богатств Австрии. Опираясь на природное изобилие, компания «Шохер», основанная в городе Меттерсдорф, на сегодняшний день стала одним из ведущих поставщиков паркета высшего европейского качества. Компания «Шохер» нацелена на людей активных, творческих, которые предъявляют особые требования к своему интерьеру и ищут новые, нестандартные варианты паркетных полов. Участница Алина отметила, что хочет светлые полы. Двери они уже купили, темные классические, ну, а ламинат у нас будет вот такой вот светлый. Он очень хорошо впишется в наш интерьер, светлый, с золотом. Так сказать, ну и пусть он называется дуб серебристый, но с нашим золотом он также будет смотреться очень гармонично. Своим нежным оттенком он также придаст воздушность всей нашей торжественной комнате для гостей. Обратите внимание, при подборе цвета для вашего пола нужно учитывать то, что он обязан быть на 2 тона светлее или темнее вашей мебели. Совмещение мебели и пола одинакового цвета разумно, если только на пол положить ковер, который будет явно выделяться на их фоне. Светлые полы стены дают впечатление большого пространства, но помещение может стать безликим и холодным, если белых оттенков очень много. Светлые оттенки могут расширять жилье, но есть одна маленькая особенность. Если пол светлее стен, то помещение не расширится, а поднимется в высоту. Сегодня мы работаем над проектом гостиной комнаты, предназначенной конкретно для гостей. Ничего лишнего, никакой дополнительной мебели, большой стол, комод и очень торжественная обстановка в золотисто-белой цветовой гамме. Давайте посмотрим, что получилось, потому что дизайнер Раушан Мухаметкалиева готова представить свою работу. Участница проекта «Декоративные страсти» Алина поставила перед дизайнером следующие задачи. Из комнаты, в которой недавно закончили строительные работы, сделать гостиную с большим столом, множеством стульев, комодом для посуды и больше никакой дополнительной мебели. Гостиная должна получиться торжественная. Для этого дизайнер Раушан Мухаметкалиева предложила использовать бело-золотую цветовую гамму. Итак, как может все получиться? Большой обеденный стол в центре комнаты. Он может быть в белом цвете, либо в цвете слоновой кости. Стулья с золотистой обивкой. В этой гостиной ярко выражены два цвета – белый и золото. Они очень плавно и мягко перемежаются между собой. Для особой торжественности Раушан предлагает глянцевый натяжной потолок. Очень хорошо будет смотреться цвет брызги шампанского. Комнату дизайнер предлагает оформить обоями трех видов. Их мы наглядно представили вашему вниманию в салоне «Идея декора». Комод для посуды и различных предметов представлен зеркалом. Такой подход не случайен. Всевозможные зеркальные вставки внедряются дизайнерами для различных визуальных эффектов. Двери темные, они уже есть в наличии у нашей заказчицы, а вот напольное покрытие дизайнер рекомендует светлое. Комната для гостей готова, участница Алине остается все это реализовать и пригласить тех самых гостей, для которых все это и делается. Над проектом работала профессионал своего дела, дизайнер Раушан Мухаметкалиева.
Если у вас возникли вопросы касаемо интерьера вашего дома, то мы на связи по номеру телефона, который вы наблюдаете в нижней части своего экрана. Мы прощаемся с вами ровно на неделю. Увидимся в следующее воскресенье в проекте «Декоративные страсти». Тепла и уюта вашему дому. До встречи. Генеральный партнер проекта «Декоративные страсти» – салон «Идея декора». «Гардиан» – профессиональное решение для ценителей безопасности, надежности и красоты. «Гардиан» – стальные двери и надежные замки. Sofia.